Понятно, что в ближайшее время будут президентские выборы, политическая борьба будет приобретать все более и более острые формы. Если иметь опыт, если быть квалифицированным управленцем, всегда можно найти за что критиковать действующую власть, но не за взаимоотношения с Российской Федерацией. В основе нашей свободы и независимости лежит пролитая кровь наших граждан и поддержка Российской Федерации. Без этих двух составляющих современного абхазского государства, которое находится на стадии строительства, не будет. С учетом контекста, с учетом того, что руководство Грузии, грузинское государство, их союзники не признают нашу страну, с учетом возможностей вооруженных сил Грузии и их союзников, с учетом недавнего опыта до 2008 года, такое количество локальных конфликтов, действий партизан в Восточной Абхазии. Вы же через это прошли. И сейчас со стороны части политического сообщества абхазского, наши взаимоотношения с Россией, без которых невозможно строительство абхазского государства, стали предметом критики.